Урок 24. И следующая буква арабского алфавита – буква «фэ». Буква «фэ» – губная, мягкая буква. Давайте ее напишем. «Фэ». Буква «фэ» полностью находится над строкой. Давайте повторим. Точка сверху. А теперь правильно произнесем ее. Фэ. 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 Для правильного произнесения нужно, чтобы кончики передних зубов коснулись нижней губы. Фэ. 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 Нужно еще знать, что буква фэ глухая, и при ее произнесении выходит много воздуха. Внимательно послушайте. Фэ. Фэ. Это мягкая буква. Не стоит ее произносить твердо «фа» или «фэ». Нет, правильное произношение «фэ». Давайте закрепим еще раз «фэ». «Фэ». «Фэ».